А в финале за первое-второе место мы снова видим представителя России, который будет бороться с французом. Ну так, чья же ставка все-таки сыграет? Генпродюсера из Франции или российского велосипедного комментатора? Вот сейчас как раз и посмотрим. Сергей Рубан и Григорий Бюже. Бюже открывает этот заезд. И, естественно, в данный момент чувствует себя не очень комфортно. Он знает, чего стоит атака с колеса российского спортсмена. Рубан же уже перевыполнил свой план. И поэтому, наверное, пришло какое-то психологическое раскрепощение. Когда мы беседовали с ним после первого заезда, он как раз и подчеркивал важность именно психологии, именно морального фактора подготовки, непосредственной подготовки спринтера к заезду. Максимально сконцентрирован российский велосипедист, а француз видно, что нервничает. Горячий, заводной, конечно, и вот пошел. Его абсолютно высочайшая скорость на последней 200-метровке, казалось бы. Но посмотрите, что делает Рубан, мы уже видели это в Кейрине. Потрясающе! Выходит из-под француза и почти целую машину ему привозит на каких-то 20 последних метрах. Да не почти машину, больше длины велосипеда его преимущество. 1-0 повел российский велосипедист, который и так уже должен быть удовлетворен тем, что как минимум завоевал серебро. Но он максималист, он настоящий спортсмен. Второй, возможно, последний тур. Обратите внимание, как расслабляет мускулатуру российский велосипедист, полностью сбрасывает все напряжение. Спринт, это чередование максимального усилия, бешеного усилия с полным расслаблением. Этого добиться могут очень немногие. Спринтерская элита – это уникальная личность. Со времен Копылова и Николая Ковша некому было бороться за честь России, ну а тогда еще, по сути дела, за честь Советского Союза в матчевом спринте. Никогда наши велосипедисты не приближались даже и к десятке лучших. И вот вырос гонщик, который в состоянии бороться за призовые места даже на чемпионате мира. Может, мы несколько забегаем вперед, но чувствуется по силам. Соперники здесь отнюдь не подарки. Если уж такие люди, как Ван Айден, отсеиваются на предварительных стадиях. Разухабисто так, немножечко по-деревенски французский велосипедист разгоняет свою машину. Гораздо более собранный стиль педалирования у российского спортсмена. Пустил во внутренний радиус француза. И неужели это была роковая ошибка для судьбы заезда? Отчаянным усилием Сергей Рубан добирает француза. Проходит его поверху. Вы смотрите, что творится. Не хватило запаса чистой скорости французу. Хотя вроде бы тактически он сделал все абсолютно правильно. Триумф. Беспрекословный. Вторая золотая медаль за два дня у Сергея Рубана. Его звезда взошла в Москве. Наверное, это очень здорово. Здорово вдвойне. S'est passé, c'est que je pensais qu'il était quand même dans ma roue, enfin pas totalement dans ma roue, mais je pensais qu'il était quand même dans la roue, donc j'ai pas fait l'effort tout de suite, donc
J'ai remonté un peu dans le virage. А что случилось? Просто-напросто я упустил его рывок в конце, конечно, и он меня поэтому прошел. Я не в нужный момент начал атаку, как мне кажется. Не тот выбрал. Не ту секунду. Ну, прорывы раньше таких значительных не было. Я был участником Кубков мира раньше, и лучшее мое выступление это было в 2001 году в олимпийском спринте. Мы заняли второе место. Но тогда я еще выступал за команду Украины, сборную. Сейчас так сложились обстоятельства, я перешел и выступаю за сборную России. Вот, перешел к Станиславу Васильевичу Соловьеву, и благодаря багажу его знаний, а также моего опыта, который я приобрел за время тренировок своих, эти два слагаемых совпали, и мы получили результат, который вы сегодня видите.